Сегодня в дом семьи Каларь наведались гости. Это не родственники и не близкие. Предприниматель и представитель партии ШОР в Таракли Вячеслав Лупов приехал не с пустыми руками. Здесь живут супруги Каларь, мама Майя и дети, 7-летняя Настя и 3-летний Саша. Глава семейства сейчас на заработках. Что можно сказать? Пока место нужно. Спасибо. Давай пять. Спасибо, молодец. Это тебе. Майя Каларь тоже не осталась без внимания Вячеслава Лупова. Кроме цветов, предприниматель решил оказать посильную помощь семье. Это вам. Это небольшое, что я смог. У меня было вчера день рождения. И как бы то, что собрал на день рождения, я решил как бы помочь вашей семье. Поэтому, чем смогли? Помощь Вячеслава Лупова действительно необходима семье Каларь. Доходы не позволяют покрыть нужды. Майя постоянно должна быть рядом с детьми. Работает только отец. Мы семья, как говорится, маленькая, не живем богато. Самое главное, что мы дружная семья, несмотря на все беды, которые нас достигли. Вот, у нас вот у дочки был врожденный порок сердца. Мы сделали в 3 годика операцию. Сейчас у нее все хорошо. Родился сын, у него талассемия. Вот, мы каждый месяц едем в Кишинев на переливание. Нам нужна пересадка костного мозга, чтобы полностью вылечить ребенка. У нас нет таких финансов. Очень приятно, что есть такие добрые люди, которые, несмотря ни на что, вот, как-то пытаются помочь. Если честно, эти деньги, они нам сейчас очень кстати. Вот. Как мы их потратим? Ну, конечно же, эти все деньги уйдут на детей. На лечение, может, где-то на некоторые нужды, которые у нас просто нет возможности дать им. Игрушки, подаренные Вячеславом Луповым, привели в восторг Настю и Сашу. Мы едем на переливание. Вау, сама пойдем. По новую машину купим. Вау, ой, сама. Да? Я буду собачкой спать. Такой. На вопрос предпринимателя, чего бы им еще хотелось, дети, потупив глаза, молчали. Еле слышно ответили: мороженого, которого у Вячеслава не было. Его помощники быстро принесли прохладную сладость всем. Так получилось, что совершенно случайно я узнал в разговоре историю этой семьи и, конечно же, не смог остаться равнодушным. Я, что в моих силах, я, конечно, не волшебник, но чем могу я финансово хотя бы, я решил вот помочь и решил как бы передать эти деньги этой семье. Очень хорошие. Я рад, что детишки разговаривают, они как бы общаются, достаточно общительные, добрые, такие по-настоящему живые, потому что я очень люблю детей на самом деле, действительно очень люблю детей. И когда есть какие-то эмоции, есть какая-то взаимоотдача, да, я как бы очень счастлив от этого. Я реально получаю удовольствие сейчас. Вячеслав Лупов – предприниматель, сам живет в Кишиневе, но в последнее время говорит, что чаще бывает в Тараклии, чем в столице. Многие акции и проекты, которые проходят под эгидой партии ШОР в городе, координирует и реализует Вячеслав Лупов.